Привет, ребятки, Flying Fly на проводе. Сегодня протестируем пилу. Тут я уже переоделся под пилу, все дела. И вот давайте посмотрим. Купил себе сегодня, ну как сегодня, немножко не сегодня, Патриот RT5220, Easy Start. Должна легко заводиться. Давайте попробуем. Вот уже главный пильщик на районе пришел. Сейчас будет пилить. Вон перчатки уже напялила. Давайте замутим что-нибудь. Для того, чтобы двигатель нормально работал, пила рекомендует использовать масло для цепи. Купил я тут два флакона, Патриот для двухконтактных двигателей и для цепи. Разводится 1:32, но вот я тут налил, ну, возможно, чуть больше. Давайте, нужно сейчас еще будет приготовить смесь, так сказать, топливную для пилы. Для этого добавляем вот это непосредственно, это масло. Приготовили топливную смесь, немножко так ее встряс, вот получился такой розоватый. Сбоку у пилы, давайте попробуем сейчас, посмотрим. Крышечка, открываем баночку. После этого все готово, в принципе. Сейчас добавим еще смазки для цепи. Вот сюда вот. И можно, в принципе, начинать первый запуск двигателя на нашей пиле. А сколько вот цепной смазки надо, я не знаю, если честно. Очень удобное, конечно, это все дело. Оп, что-то я переборщил, по-моему. Ну и все, в принципе, можно приступать к запуску. Она Easy Start, поэтому должна с пол рывка завестись. Сейчас попробуем. Это называется завод с полуоборота. Все нормально, пилит вообще здраво. Что, сейчас будем перепиливать вот это вот говно, проверим, каково херачит. Заведем.